Доброе утро, похудейка. У меня сегодня будет кефирчик с мюсли и кофе со вкусом крема. Ухожу сегодня на 12 часов, поэтому вернусь я только к вечеру. Доброе утро. С кефирчиком от фирмы Тнова с мюсли и кофе Нескафе со вкусом клубники. Наконец-то сегодня переступила. Минус 10 килограмм, 200 грамм. Я очень довольна. Ну что, после очередного дня рождения возвращаемся в наш кефирчик с мюсли и кофе со вкусом крема. Доброе утро, похудейка! Сегодня решила поменять свой завтрак на мягкий творожок с изюмом. Ну и, конечно, Нескафе со вкусом мока. Закончились мои пакетики со вкусами, и я вернулась на кофе мока. 29 ноября, девочки. Природа у дома. Кто-то знает, что это такое? Сейчас будет ездить. Темновато. Называть людей. Доброе утро, похудейка. Вы когда-нибудь ужинали попкорном и спрайтом? Поэтому на завтрак творожок с изюмом и кофе Нескафе. А у нас новый вид колбаски домашней. Скоро она будет готова до конца, и вам покажу готовый вариант. Добрый вечер, похудейка. После 2-километровых укроенов будет вот такой вот салатик с свежими овощами тунной, чаек мальва фигура люкс и немножко брынзы в соусе песто. Обалденная вещь. Доброе утро, похудейка. У нас сегодня с утра ливень, но все равно будем кушать йогурт Мюллер 1.7% с мюсли и кофе Нескафе со вкусом мока. Наши артисты, художники расписывают вот такие вот штучки бетонные, чтобы было красиво. Какое небо голубое. Вот приехали кататься на досках, кайтах. Перекушаем сегодня бананчиками Joy, банана со вкусом чили моток, сладкий перец. Кстати говоря, очень вкусная вещичка, вот такими вот долечками она идет. Очень вкусно, не острая. Добрый вечер, похудейка. После 2 километра вокруг района у меня будет кислая капуста, селедка. Это соль, это плохо, но будет чаек мальва фигура люкс. Доброе утро, похудейка. Как ваши дела? У меня сегодня утро будет с кефирчиком и мюсли, а также кофе Нескафе со вкусом мока. Ухожу сегодня на целый день, поэтому встретимся уже в обед. Добрый вечер, похудейка. У меня будет сегодня копченый вот такой вот соломон. Боже, как это вкусно. И плюс чаек мальва, фигура люкс. Всем хорошего вечера и не забываем про спорт. Какой красивый у нас здесь парк сделали возле моря. С фонтанчиками и все. Но это сейчас очень ветрено у нас. Но тем не менее, все красиво. Кто любит халву? Вот как вы думаете, это диетическое блюдо, если оно сделано, да, с кунжута? Очень вкусное в нашем супере. Всего за 11 шекелей 0,5 кило. Обалдеть, вот это со вчера на сегодня моя семейка присела. Доброе утро, похудейки. Как ваши дела? У нас сегодня дождик, но тем не менее у нас будет йогурт 1.7% с мюсли и кофе со вкусом мока. Всем хорошего сухого дня. Проходя мимо Швейцарии, маленькой Швейцарии, проходите мимо. Но это не про меня.
Купила кофе со вкусом корицы. Единственный вкус, который остался. Но мне не важно. Буду пить его тоже. А также шоколадки. Шоколадки 4 на 12. С таким вот напитком. Ананасом, с кокосом. Два красненьких купила. Ну и, конечно, конфетки, червячки, как мы их называем. Объедение. Там же было по скидке вот такие вот энергетические батончики. 100% натуральные ингредиенты. Ни сахара, ни муки, ни молочного, ни глютена. Это с ягодками и кашью. Орешками и кашью. Надо будет попробовать. Я потом вам расскажу. А мы начинаем тренировку к Новому году. Салат оливье. А также салат винегрет. Доброе утро, похудейкам. Расскажите мне, как можно худеть, когда дома вот такой вот вкусненный торт мороженое. Просто обалдеть. Мы думаем, что мы его докушаем и все. И, конечно, Нескафе со вкусом корицы. У нас сегодня холодный день, день холодца. Мама с папой в ударе сделали 4 огромных холодца. Тренируемся к Новому году.